Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика я хотел вам сказать то, что я всех сейчас добавляю в друзья, поэтому кто и хочет, добавляйтесь в друзья, ссылочка на мой ВК будет в описании. Также можете присоединяться к нашей беседе, ссылка на беседу также будет в описании. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей, мы сегодня с новой серией, и в этой серии я буду ставить винил на свой Мерседес, и также я хочу поставить гидравлику. С вас обязательно, пацаны, лайки. Как вы, я думаю, заметили на видео, то что я наконец-то установил улучшение графики, то есть у меня график немного лучше, но у меня лучше сглаживание там и так далее. Это довольно-таки круто, пацаны. Если вы хотите, чтобы я вам показал, как это сделать, но для этого нужна видеокарта NVIDIA, если вы хотите, чтобы я показал, как сделать вот такую графику улучшенную. Не улучшенная графика, это больше такие сглаживания лучше. Ну, графика довольно-таки намного лучше стала, чем стандартная, поэтому, пацаны, если вы хотите, то ставьте лайки и пишите в комментариях. Давайте выйдем на улицу, пацаны. Я наконец-то убрал зиму. Да, пацаны, я убрал зиму полностью. Теперь у меня вот все так красиво, все так зелено. Наконец-то КРМП на Мазинге для меня пришло лето. Да, конечно, машины заснеженные остались, но будем считать, что это такой иней просто. Утренний иней на машинах, и поэтому вот как-то так это все происходит. Ну, на колесах тоже иней, ну, в принципе, не важно. Но мне очень нравится, довольно-таки непривычно. Буквально где-то час назад это сделал, я полностью переустановил игру, делал все, что мне нужно, ну, то есть там заменку звуков сделал, потом цвет фар там и так далее. В принципе, много чего сделал, и наконец-то я могу спокойно и с удовольствием играть. Вот этот Мерседес мы сегодня будем тюнинговать. Я не удержался, пацаны, снял с его диски, потому что мне они вообще не нравились, и также я его перекрасил. Перекрасил я его вот такой вот цвет золотой, но скорее всего он будет красный. Почему, я чуть позже вам покажу. Но перед тем, как мы поедем, я хотел бы напомнить, что я играю на первом сером один холиплей, мне Кирилл Футбуль. Сейчас вы можете видеть его на экране, также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. Как только прокачаетесь до 10 уровня, вы получите 150 тысяч. Мой ник и промокод будут в описании под видео. Ну а теперь давайте я сяду в машину, и мы поедем в СТО. Так, пацаны, я пока что еще не поехал в СТО, я просто вам хочу показать, как работает улучшение графики. Сейчас вы точно видите, я думаю, вам и так видно, но сейчас вы точно видите, смотрите просто на пыли. Вот, такие сглаживания начинаются, я думаю, это очень круто выглядит, пацаны. Просто ленился, не стал себе улучшение графики, но вот сегодня я его делал, и я вообще не жалею, пацаны, поэтому обязательно ставьте лайки, ну и подписывайтесь на канал, если хотите, чтобы я показал, как это все сделать. Но повторюсь, вам для улучшения графики нужна видеокарта NVIDIA. Любая. Все, пацаны, я уже приехал в СТО. Приехал я, конечно же, в СТО Вани. Это СТО, которое находится в Арзамасе, возле ТРК Ритм. Если что, можете сюда приезжать. Я просто, пацаны, ехал и не могу нарадоваться этой графике. Я знаю, что я уже много раз сказал про графику в этом видео, но, пацаны, оно того реально стоит. Просто реально кайф. Все, давайте заезжаем, я думаю, и будем тюнинговать наш автомобиль. Тюнинг. Вот, тюнинг, нам нужны покрасочные работы. Выбираем. Первая покрасочная работа, вторая покрасочная работа, и получается третья. Ну, блин, я даже не знаю, что выбрать, но, скорее всего, я выберу второй вариант. Вот такой вот. Как по мне, наверное, он самый нормальный такой. Ну, давайте попробуем машину перекрасить в другой цвет. Так, перекрасить автомобиль, давайте перекрасим его 244.0. Вот, да, в такой цвет, короче, его перекрасим. Перенажимаем покрасочные работы и выбираем вот эту работу. В принципе, если он такой будет полностью красный, это будет довольно-таки неплохо. Это такая небольшая, пацаны, отсылка к моему, получается, ГТРу. Скер 3.8 у меня был ГТР похожим винилом. Да, покупаем. Купить. Минус 500 тысяч, пацаны. У меня с собой лям 150, по-моему, был. Получается 550 тысяч, пацаны, я уже потратил. Давайте пробуем посмотреть на него диски. Но, блин, ну они все маленькие прям. Ну все. Просто все маленькие. Поэтому моделька такая, то что диски вот маленькие. Блин, жалко, их нельзя никак увеличить просто. Потому что, блин, очень бы хотелось сюда поставить какие-то диски. Потому что, да, стоковые диски неплохие. Но, блин, если поставить такие черные
черные хорошие диски большие, то было бы намного, я считаю, лучше. Но, увы, мы диски не будем вообще трогать. Хочу, пацаны, поставить гидравлику сюда. Все, я поставил гидравлику, пацаны. Минус уважения просто сразу. Поставил на Е63 гидравлику. Все, пацаны, минус уважения. Пацаны на отношения не поймут. Не, ну тачка выглядит довольно-таки бодро, пацаны. Я думаю, вы это видите, то что тачка выглядит довольно-таки бодро. И в таком виниле мне она как бы нравится. Да, она выделяется, номера довольно-таки хорошо видно. Давайте, я думаю, в принципе, все, можно выезжать. Вот такой вот Мерседесик у нас получился. Потратил, получается, 1 050 000 я потратил на машину. Я поставил гидравлику, пацаны, чисто по фану, потому что, ну, для меня это будет чисто такой шоу-кар. Возможно, жоповозик такой будет мой, на котором я буду постоянно ездить. В принципе, поэтому я решил поставить гидравлику, чтобы там, ну, допустим, будут какие-то догонялки, мероприятия, либо там по плохой дороге буду ехать, просто гидру поднял. И все, тем более от гидравлики машина как бы сильно не опустилась. Поэтому я надеюсь, пацаны, на ваше понимание. Ну, реально прикольно смотрится. Я, конечно, не любитель гидравлики, но это выглядит прикольно. Как бы тот Мерседес у меня стоковый. Ну, на него гидравлику и винил я не ставил. То есть 3Е, 3 единицы тот Мерседес. А с этим Мерседесом я решил поэкспериментировать. Поставил на него такой винил. В этом виниле, кстати, он смотрится такой злой Мерседесик. Кстати, видите, у меня заменка нитро теперь вот так вот выглядит. В принципе, это довольно-таки прикольно. Я заменил, получается, нитро, взрывы, удары, по-моему, тоже заменил. Но специально машины я, наверное, бить не буду. Поэтому, пацаны, вот такие вот дела. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, как вам Мерседесик. Мне он на самом деле очень нравится. Я вот просто не понимаю, когда добавить, типа, этот, как его, Мерседес Е63, типа, винилы будут такие же самые, либо на него вообще не будет винилов. Вот это мне интересно, чтобы я просто зря деньги не потратил. Но так меня, в принципе, все устраивает. Если хотите, чтобы я слил графику, как у меня, то тоже обязательно ставьте лайки и пишите об этом в комментариях. Все, пацаны, всем пока-пока.